До установления советской власти в Азербайджане было более 4000 мечетей. В настоящее время из 2200 мечетей, расположенных в стране, историческими признано более 300. Одна из них – ханская мечеть в городе Щеки. Храм был построен внуком основателя Щекинского ханства Гаджи Челеби Мухаммед Гусейн ханом в 1769 году, как городская джума-мечеть. Впоследствии рядом были построены медресе и дом отдыха для хана. Вокруг расположился экономический центр Щеки – базар, торговые ряды, карвансараи. В 1780 году после смерти Мухаммед Гусейн хана его похоронили под михрабом мечети, и в народе мечеть стали называть ханской. Рядом находилось кладбище с надгробиями, украшенными особыми узорами орнаментов. Здесь хоронили щекинских ханов, членов их семей и родственников, поэтому кладбище тоже назвали ханским. Возникший в 1843 году пожар на базаре перекинулся и на мечеть. Здание очень сильно пострадало. Святилище было отремонтировано потомком щекинских ханов Керим-агой Щекихановым. В советское время мечеть вначале использовалась как амбар для шелкопряда, а в период с 1978 по 1994 года как дом интеллигенции. 2 августа 2001 года мечеть была включена в список памятников истории и культуры местного значения Азербайджанской республики. С этого же времени историческая часть города Щеки выбрана кандидатом в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 7 июля 2019 года исторический центр Щеки вместе с ханской мечетью был включен в список мирового наследия ЮНЕСКО. На данный момент мечеть является действующей, а дом отдыха хана функционирует как музей щекинского ханства. Друзья, если вам интересны мои видео, то поделитесь ими. Пусть как можно больше людей узнает об истории и культуре Азербайджана.